Ladies and gentlemen, we are now descending to landing terminal Imam Khomeini Airport. At this stage, you should be in your seat with your seatbelt firmly fastened. Please ensure all electronic devices, including laptop computers and computer games, are turned off. Thank you. Мой самолет только что приземлился в Тегеране, в аэропорту, в международном аэропорту Имама Хомейни. И признаюсь вам честно, все мои знакомые, коллеги по работе, друзья, thank you. Когда узнали, что я лечу в Иран, очень удивились и испугались за меня. Так получилось, что почему-то у многих людей эта страна ассоциируется с какой-то опасностью, с террористами, ну и все прочее в этом духе. И вот в этих видео я хочу вам не только показать Иран таким, какой он есть на самом деле, рассказать его историю, о его культуре, но еще и проверить, что называется, на собственном примере, насколько безопасен Иран для туристов. Скорее всего, Тегеран будет вашим первым пунктом в списке остановок в путешествии по Ирану. Перед посещением Ирана вы должны знать некоторые особенности этой страны, чтобы они не стали для вас полной неожиданностью. Поэтому я подготовил для вас эту маленькую презентацию. Во-первых, в Иране используется восточно-арабская система нумерации. Это значит, что первое время числа могут быть непонятны обычному европейцу, потому что система их записи несколько иная, чем та, которая принята в западных странах. И выглядит это вот так. Тут следует кое-что прояснить, а для этого мы углубимся немного в историю чисел. Многие люди понимают под арабскими числами традиционное написание, принятое в западных странах. Однако изобретены эти числа были в Древней Индии. Оттуда они попали в арабские государства, и впервые они упоминаются в трудах арабского математика и ученого Абу Джафара аль-Хорезми. С арабской экспансией на запад числа попали в Кордовский халифат. А поскольку первые контакты европейцев с арабами произошли именно на территории современной Испании, то поэтому привычные нам числа и получили название арабских. Однако, помимо так называемых арабских чисел, существует и другая система их записи, тоже, кстати, заимствованная из Индии. Эта система называется восточно-арабской и распространена она на Ближнем Востоке, в том числе и в Иране. Во-вторых, в Иране существует две валюты – риал и туман, но реально деньги имитированы только в реалах. Туман существует всего лишь на словах, но именно в нем чаще всего и называют цены, сокращая число на 1-0. Вызвано это постоянным ослаблением курса реала по отношению к иностранным валютам и инфляцией из-за жестоких американских санкций. Сейчас я меняю 100 долларов на иранские реалы и становлюсь новым миллионером. Сейчас вам покажу. Сколько у тебя будет миллионов? Сколько будет у тебя миллионов? 11 миллионов 150 тысяч. Ничего себе. В Москве за эти деньги квартиру могу. Поэтому, чтобы не путаться в нулях, иранцы воскресили старинную денежную единицу, установили ее курс по отношению к реалу как 1 к 10. В-третьих, время. Оно в Иране другое. И нет, я говорю не о разнице в часах, которая, безусловно, тоже имеется, а о летоисчислении. В Иране время исчисляется по хиджре, то есть от 622 года, когда пророк Мухаммед со своей общиной переселился в Медину, где и стал знаменитым. Мы же, христианская цивилизация, привыкли считать время от Рождества Христова. Именно по этой причине в Иране сейчас не 21 век, а 14-й, то есть самое начало эпохи Возрождения, славные времена Леонардо да Винчи и независимой Флоренции. В
в-четвертых, местные жители почти не говорят по-английски. Но, несмотря на все эти особенности, не стоит бояться ехать в Иран, поскольку все это компенсируется радушием иранцев к гостям, а к кажущимся трудностям вы скоро привыкнете и перестанете на них обращать внимание. Например, в случае с языком выход нашелся очень быстро. С водителем такси, очень милым, кстати, человеком, я общался через онлайн-переводчик. Да, о философии, конечно, мы не разговаривали, но чтобы объясниться о простых вещах, этого хватило. Сейчас мы зайдем с вами в метро Тегерана, чтобы убедиться, насколько оно безопасно и удобно для передвижения по городу. Женская и мужская часть вагона разделены перегородками. Объявление остановок дублируется латиницей. А вот это чистый Восток. В вагонах очень развита торговля всякой всячиной, однако в отличие от нашей страны, товар с рук охотно покупают и даже торгуются. Прогресс в сфере платежей в Иране настолько опережает наш российский, что даже батарейки у торговца с рук можно оплатить банковской картой. Вообще, если вы думаете, что из-за санкций Иран – это страна наличных денег, то вы ошибаетесь. Наличные здесь только для туристов, потому что все ваши платиновые и золотые визы и MasterCard работать в этой стране не будут. Зато местное население активно пользуется картами национальной платежной системы и даже оплачивает ими билеты в метро. Впрочем, давайте с вами к нему и вернемся. Вот, кстати, и моя станция. Итак, я спокойно добрался до нужного мне пункта в центре города. Один раз я, правда, запутался, но тут же откуда-то из толпы возник местный житель, который, увидев замешательство европейского туриста, поспешил ему помочь и рассказать, как добраться до нужной станции. А сейчас мы с моей коллегой, блогером Ириной, выйдем на свет Божий, чтобы проверить, как обстоят в Тегеране дела с уличным движением. Зачастую пешеходы вынуждены пересекать дорогу одновременно с машинами. Мы стоим на пешеходном переходе, наша задача перейти улицу, но по факту вот в Иране, в Тегеране. Точнее, с этим большие проблемы, потому что мы обратили внимание, что светофоров практически нету. Там, где они есть, а переключение с красного на зеленый и обратно ровным счетом ничего не значит для водителей. И пешеходы вынуждены не просто переходить дорогу, а как-то ее вот перебегать. Мы сейчас попробуем это сделать, это смертельный номер. Светофоры в Тегеране есть, но их крайне мало, и на них не всегда обращают внимание. Впрочем, встречались мне и приятные исключения. Тегеран является самым крупным городом Ирана. Его население составляет примерно 13 миллионов человек. Помимо людей, город населяют кролики, вороны, свирепые боевые коты. А вот бездомных собак я тут не заметил. Ну, почти. Возможно, это вызвано тем, что собаки в Иране очень почитаемые животные еще со времен первых ахеменидов. Но об этом позже. Естественно, что в городе с таким количеством людей пробки – это дело обычное. А еще из-за такого количества машин и особенностей городского ландшафта над городом часто висит смог и дымка из выхлопных газов и пыли. Городские власти пытаются решить проблему пробок разными путями, и один из таких – это ограничение движения на некоторых улицах в центре города в определенные часы, а также весьма оригинальная программа четных и нечетных номеров. Суть ее заключается в том, что по субботам, понедельникам и средам передвигаться по наиболее оживленным районам могут только автомобили с четной последней цифрой номерного знака, а по остальным дням – автомобили с нечетной последней цифрой. В Иране, как и в любой исламской стране, женщины должны ходить с покрытой головой. Впрочем, здесь нет строгих правил, обязывающих прекрасную половину носить непременно чадру – черное покрывало, закрывающее тело. Как правило, если вы встречаете в Иране женщину в чадре, то с уверенностью можно сказать, что она приехала из Афганистана или Пакистана, где в отношении женского дресс-кода действуют более строгие правила. Однако в Тегеране, в более светском и прогрессивном городе Ирана, иногда можно даже встретить гуляющих девушек, слегка пренебрегающих дресс-кодом.
Первое, что мне бросилось в глаза при знакомстве с городом, это замечательные тегеранские граффити. И здесь это не стихийная роспись стен. За работами художников чувствуется целенаправленная программа по воспитанию патриотизма и любви к своей родине, почитание народных героев и взращивание чувства долга. В Белом доме подтвердили, что ракетные обстрелы аэропорта в Багдаде устроили американские ВВС по прямому указанию Дональда Трампа. США продолжают наносить удары по объектам, связанным с Ираном. На этот раз американцы атаковали район аэропорта в Багдаде. Погиб лидер Аль-Кудс, корпуса стражи исламской революции, генерал Сулеймани. В ночь на пятницу США нанесли авиаудар по окрестностям аэропорта Багдада, в ходе которого был убит иранский военачальник Касем Сулеймани. Частой темой городского стрит-арта становятся портреты национальных иранских героев, то бишь шахидов, воинов, погибших с оружием в руках, защищая свою родину. Чтобы молодежь помнила тех, кто обеспечил ей мирное небо над головой и безопасную жизнь в собственной стране. Еще одна популярная тема – это изображение духовных лидеров страны – Аятолл Хомейни и Хоменей. Для нас, русских людей, это кажется чем-то родным, ну, таким близким, ну, вы поняли, о чем я. Впрочем, мы что-то отвлеклись от темы. Давайте с вами вернемся на улицы города. Я обещал вам рассказать, как же обстоят дела тут с точки зрения исследования города самостоятельным туристам. А обстоят они весьма замечательно. Везде по городу название улиц дублируется латиницей, и при наличии удобной карты вы никогда не заблудитесь. Первое, что я посетил, оказавшись в столице, это башня Борджа-Милад. Она считается самой высокой башней Ирана. С персидского название башни переводится как «рождение». Ее возведение планировалось с целью усиления покрытия беспроводной связи и системы метеонаблюдения в городе. Строительство началось в 1996 году, а весь проект занял 11 лет. Высота башни составляет 435 метров, и выставленные в холле макеты мировых телебашен не без гордости демонстрируют посетителям, что тегеранское чудо архитектурной мысли является шестой по высоте телебашней в мире. На башне находится смотровая площадка, откуда вы можете полюбоваться городским видом. Это захватывает ничуть не меньше, чем подъем на Эйфелеву башню в Париже. Еще одна знаменитая башня города – это башня Азади, или по-другому Свободы. Ее расположение выбрано не случайно. Башня находится у въезда в город, со стороны еще одного международного аэропорта, а потому считается своеобразными воротами Тегерана. По замыслу архитектора, арка должна символизировать сложенные в молитве руки. Она была возведена в 1971 году по проекту молодого 24-летнего архитектора Хосейна Аманата и посвящена юбилею существования персидского государства. Изначально архитектурный символ называли «башней памяти царей», но после исламской революции переименовали в нынешнее название. Еще одно любопытное сооружение города – это мост Тебиат. Его длина составляет 270 метров, что делает его крупнейшим пешеходным мостом города, откуда тоже открывается весьма красивый вид. Меня часто спрашивают, как же мне удалось поехать в такую страну, как Иран? Ведь там нет привычного нам букинга, а потому невозможно заранее забронировать отель, ничего нельзя оплатить картами через интернет из-за санкций, а значит, не купить билеты на поезда и автобусы. При этом
Я передвигался по стране самостоятельно, не арендуя машину с водителем. Конечно, при большом желании можно самому забронировать гостиницы в Иране, и некоторые опытные путешественники так и поступают. Они просто списываются с иранскими отелями по электронной почте и договариваются о дате заселения. Но у этого способа есть один недостаток, и притом весьма существенный. Часто отели все-таки просят какой-то аванс, и вам придется прибегнуть к помощи знакомых в Иране, если, конечно, у вас таковые имеются. Кроме того, бронирование отелей по электронной почте не дает вам гарантии, что когда вы приедете на место, про вашу бронь попросту не забудут. Чтобы не морочить себе всем этим голову и при этом не переплачивать деньги за машину с водителем, вы можете обратиться за помощью к иранскому туроператору, который решит все эти проблемы за вас. Вам порекомендуют оптимальный маршрут, исходя из многолетнего опыта профессионалов. За вас забронируют все гостиницы, купят необходимые билеты, после чего вам просто останется приехать в страну. Я решал все эти вопросы через туроператора Trip2Persia, услуги которого я смело могу рекомендовать своим подписчикам. Если на месте и возникали какие-то недопонимания с гостиницами, сотрудник компании Trip2Persia оперативно решал их за меня. Мне же оставалось только принимать извинения. Компания Trip2Persia ориентирована на туристов со всего мира, но для путешественников из России работает специальный менеджер, который прекрасно владеет русским языком и доступен на связи по WhatsApp практически круглосуточно. Надо сказать, что все мои пожелания к путешествию были учтены при планировании маршрута. Кроме того, меня приятно удивили весьма доступные цены. А для моих подписчиков компания готова дать еще и дополнительную скидку в 10% по промокоду, который вы сейчас видите на экране. Его надо будет назвать сотруднику при оформлении заказа. Мой вам совет – доверить свое путешествие команде профессионалов Trip2Persia, чтобы сосредоточиться на главном – получении приятных впечатлений от поездки. Путешествуйте по Ирану с комфортом и недорого. Доверьте свои заботы специалистам. Друзья, сейчас я нахожусь в одном из самых фешенебельных районов Тегерана, несмотря на то, что это окраина. Здесь уже начинается совсем другой Тегеран, с каждым новым ярусом. Перед нами открываются дома все богаче и богаче, с более роскошной дорогой отделкой, многоквартирные дома бизнес-класса. Надо сказать, что чем выше метр над уровнем моря, тем, соответственно, дороже пропорционально стоит квадратный метр такой недвижимости. Почему так? Потому что этот район располагается в гористой местности, и дома здесь уже буквально цепляются за горные склоны. Они как бы поднимаются в горы. И за счет того, что это гористая местность, здесь очень-очень чистый воздух, в отличие как раз от центра, где как в чаше скапливается вот эта мелкая взвесь, пыль, частицы смога от машин. И, соответственно, в центре не очень хорошая экология, а как раз-таки в пригороде Тегерана, в Таджрыше, где начинаются горы, здесь очень чистый воздух и дышится очень легко. И вот сегодня я собирался посетить пик Тачал. Именно отсюда начинается канатная дорога, которая ведет к Тачалу. И, собственно, как до нее добраться? Нужно доехать на метро до станции Таджриш, а дальше взять такси и доехать до канатной дороги. Такси от метро обойдется вам примерно в $2. Ну а дальше вас ожидает пешая тропа наверх, до первой станции канатки, где уже можно встретить готовящихся горнолыжников и любителей трекинга. Итак, вы покупаете билетик до первой станции и поднимаетесь на смотровую площадку, откуда можно любоваться прекрасным видом на город, с высоты взирая на карабкающихся внизу туристов. Гора Тачал, у подножия которой и раскинулась столица, является одной из гор в горной цепи Эльбурс. Название горного массива не стоит путать с горной вершиной Эльбрус на Кавказе. Большое количество туристов и жителей столицы отправляются сюда для того, чтобы покататься на горных лыжах, либо сходить в трекинг. Ну а если гулять с палками по горам – это не ваш стиль отдыха, то есть маленький лайфхак. Канатная дорога, она достаточно большой протяженности,
состоит из 7 станций. Ну, во всяком случае, может быть, их и больше, но по карте я насчитал 7. Доходит эта канатная дорога до Тачала, который находится на высоте 4000 метров. 4000 метров — это очень серьезная высота. И добраться до этой высоты при желании вы можете всего лишь сидя в кабине и не предпринимая ровным счетом никаких усилий. Но надо сказать, что это не из дешевых удовольствия, поскольку здесь нужно покупать билет на каждый следующий уровень. Я начал с первого уровня, который находится у подножия, и мне это обошлось порядка 350 тысяч реалов. А следующий уровень идет уже третий. Это еще 450 реалов. Дальше здесь подъем на пятый уровень. Это уже будет высота 3 с чем-то тысяч метров. Это еще сколько-то сотен тысяч реалов. Цену я еще не уточнял. Но самое смешное, знаете что? Я сейчас на кассе спросил. Оказывается, обратный билет — это отдельные деньги. То есть... Ой-ой-ой-ой-ой. Цуцик. Но интервью я у них брать не буду. Билет обратно тоже стоит денег. И если вдруг так получается, что в какой-то момент вы понимаете, что на вершине у вас закончились деньги, то... Вот это поворот! Высота Тачала немного не дотягивает до четырехтысячника. Горному пику буквально не хватило каких-то четырех десятков. Надо сказать, несмотря на то, что горнолыжный спорт – это любимое хобби многих жителей столицы, еще совсем недавно на него в Иране смотрели косо. После исламской революции, хотя горные лыжи и не были вовсе под запретом, катание на них считалось западной модой, а все, что было популярно на Западе, в Иране воспринималось настороженно. В наши дни в стране царит более либеральная атмосфера, и отношение ко многим вещам, в том числе и к горнолыжному спорту, заметно потеплело. Так что если вы заядлый горнолыжник, то смело отправляйтесь в Иран. Лучше курорта по соотношению цена-качество вы вряд ли найдете.